Получать помощь от правительства региона, благоустраивать территории – этому ульяновские ТОСы научились. Ульяновск во многом стараниями общественников-благоустроителей становится все краше. И останавливаться на достигнутом никто не собирается. В Российской Федерации есть фонд президентских грантов, пока не освоенный нашими общественниками. Научить писать проекты так, чтобы выигрывать грантовые конкурсы, решила ассоциация ТОС региона. Мы обучаем и помогаем некоммерческим организациям, ну и ТОСам, конечно, в том числе, писать проекты. То есть мы имеем поддержку правительства Ульяновской области, за что большое спасибо. Но хотелось бы, чтобы они умели сами привлекать денежные средства в наш регион, представлять свои проекты на федеральном уровне в различных конкурсах, ну и тем самым, естественно, привлекали финансы и интерес к нашему региону. Это моя задача сегодня была рассказать и показать механизм построения социального проекта, социально-предпринимательского проекта. То есть моя задача была донести такую инновацию, когда мы проблему села, проблему территории решаем через предпринимательство. Председатели ТОС, активисты, физические и юридические лица жадно впитывали информацию. Ведь очень заманчиво помочь людям заработать и сделать место, где ты живешь, еще более комфортным для проживания. Информация, изложенная специалистами, оказалась близка и понятна. Хотела бы сказать спасибо за организацию таких вот форумов, тем более приглашают из Москвы представителей, которые объясняют действительно, как написать социальный проект, как участвовать в нем. Вот наш ТОС «Победа» участвовал в наших региональных конкурсах, уже выиграл 3 социальных проекта в 2017 году, в 2018 году 2 проекта. Мы очень рады этому. Но, откровенно говоря, вот в таких грантах, которые президентские и более такие широкие, мы как-то побаивались участвовать. Но сейчас после вот таких форумов нам как-то полегче. Мы понимаем, что это не так трудно сделать, и это все возможно. Было бы желание. В принципе, таким подходом к реализации собственных идей через освоение президентских грантов может воспользоваться каждый. Движение ТОС в нашем регионе – прекрасный тому пример. Практика показала, что в селе есть необходимость, более необходимость создавания как раз ТОС. Потому что ТОСы многие сравнивают как с колхозами. Колхозы развалились, больше занять нечем. И вот сейчас благодаря ТОСам делается очень много. Во-первых, делается благоустройство территории, проводятся праздники, проводятся мероприятия. ТОСы на самом деле смогли вдохнуть новую жизнь в те сельские муниципалитеты, где они появились. Именно поэтому количество товариществ увеличивается ежедневно. По признанию председателя ассоциации, совсем скоро их станет на 70 больше. Люди в селах, пусть и медленнее городских активистов, учатся развивать собственное село самостоятельно в сотрудничестве с органами власти. Павел Половов, Даниил Сурков, Новости Улправды ТВ.